произойдет выделение. Так, дальше. Использовать мягкое выделение. Берем точку. И тут follow — это радиус мягкого выделения. Радиус воздействия. И по схеме мы можем сделать это выделение. Смотрите, значит, вот так будет. Сейчас я на плане это покажу. Беру точки, это единица. Единица — это точки, горячая клавиша. Двойка — это сегменты, тройка — это борды, четверка — это полигоны и пятерка — это элементы. Значит, беру точки, активирую Use Soft Selection, использовать мягкое выделение, follow, и так будет за одной точкой следовать ближайшие по радиусу. Теперь я, допустим, меняю значение pinch, заостренность. Теперь, значит, было вот так. Вот так у нас. Такое выделение. А pinch вот так будет. Соответственно, bubble, пузырь, будет так вместе с pinch'ем. А просто bubble без pinch'а будет вот так. Ну, можно грубо что-то изменять, какие-то неточности создавать на поверхности. Рельеф можно создавать, выбирая несколько.